Невнимательный водитель Toyota Toyo Ice догнал притормозивший у зебры Honda Fit. Водитель грузовика Toyota Toyo Ice вел машину по Камскому переулку в сторону Снеговой. Отвлекшись на маневры автомобилистов с соседней полосы, молодой человек не заметил, что автомобиль Honda Fit, двигавшийся в этот момент перед ним, затормозил, пропуская пешеходов на переходе. Часто аварии перед зеброй заканчиваются печально и даже трагично, когда получивший внезапный пинок автомобиль летит на разбегающихся пешеходов. К счастью, это не наш случай. Люди в аварии не пострадали, у Фита от удара в заднюю часть разлетелось стекло, стопарь и треснул бампер, а также частично помялась задняя дверь. Аналогичные повреждения передней части кабины по вине своего невнимательного рулевого получил и Toyota Toyo Ace. Участники ДТП решили не утруждать сотрудников ГИБДД разбором этой очевидной ситуации и вызвали на помощь аварийного комиссара. Составить европротокол можно и на обочине, не загораживая проезд.